Преподаватели Елабужского института КФУ встретились с будущими выпускниками школ Тукаевского района в рамках проекта «Педагогические выходные». Тему продолжит наш корреспондент. Проект реализуется в выездном формате с целью ознакомления молодых людей со спецификой педагогической профессии, а также возможностями, предоставляемыми Елабужским институтом в ходе обучения. В мероприятии приняли участие более 30 школьников. Для них провели мастер-классы и деловые игры. Мы сегодня играли в игры. Мне они очень понравились, было интересно. Я считаю, для меня это было достаточно полезно. Вообще, на самом деле, я уже до всего этого планировал поступать в Елабужский КФУ. Однако данная встреча, так сказать, подкрепила мой интерес. Проект «Педагогические выходные» продолжит свое путешествие по городам Республики Татарстан. Следующим пунктом назначения станет Заинский район. Роберт Хасанов, Айдар Нурмиев, Универньюз.